Сейчас хочу сказать несколько слов о криптовалютах и по поводу использования криптовалют в качестве расчетов и так далее. Многие считают, что криптовалюты это хорошо, это они позволяют обеспечить анонимность, никто не видит этих сделок. Вот, потому что, ну, блокчейн там и так далее, то есть все эти сделки хранятся в секрете. Так вот, друзья мои, это не так. И сейчас я вам это просто докажу и покажу на примере. Смотрите, где-то в июле месяце я видел, что промелькнула какая-то заметка о том, что полицейские задержали какого-то мужика и предъявили ему какие-то обвинения в уголовном преступлении и потребовали у него телефон. Они открыли этот телефон, значит, ну там вошли в его телефон, и они знали, куда войти. Прекрасно знали. Они нашли его кошелек на Binance и перевели на свой кошелек какие-то биткоины в общей сумме, если переводить в рубли, на 26 миллионов рублей. То есть, первое, вся полиция сидит там, они в криптовалютах сидят. Вот это первое. И совершенно спокойно берут сейчас уже все чиновники и взятки в криптовалютах и так далее. Вот. Но надо сказать, что это отслеживается. Почему? Я в этом уверен, потому что полицейские знали, к кому подойти и у кого есть вот эта сумма на криптокошельке. Вот. Ну, все бы ничего. И они могли бы узнать и из других источников, что у этого чувака есть сумма на криптокошельке, и перевести их на свой. Но на днях читаю сообщение, что этих двух полицейских арестовали. Они под следствием в СИЗО. И, ну, как бы за то ли мошенничество, то ли, короче говоря, грабеж и так далее, и так далее. То есть, то ли чувак пошел в полицию и написал заявление, то ли еще что-то. Ну, короче говоря, этих полицейских вычислили совершенно спокойно. И все операции видны, там доказали, что они эти деньги украли. Соответственно, они сейчас под следствием. Я даже не удивлюсь, если мужику вернут деньги на его криптокошелек. Это, в общем, запросто может быть. Вот. Но все это говорит о том, что криптовалюты не обеспечивают анонимности. Вот о чем это говорит. Так что смотрите, учтите это дело, если вы хотите какие-то расчеты проводить через криптокошельки и думаете, что это анонимно. Это не так. Прямо на тропинке. Опятки. Посмотрите, вот это моя тропинка. Вот они, опята. Вот они. Здесь вот эта часть порезана, но вот они. Вот они, опяточки. Вот они спрятались куда. Вот, посмотрите. Прелесть.